Найден жив. Самые важные слова в работе волонтера-поисковика. Для того, чтобы эта фраза звучала чаще, сотрудники Мурманского МЧС совместно с другими ведомствами и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям организовали в регионе обучение добровольцев. В Заполярье приехали более 60 волонтеров из 4 регионов России – Республики Коми, Пермского края, Псковской и Мурманской областей, чтобы пройти обучение по поиску людей. Мы подготовили для вас программу. 3 дня, я надеюсь, они пройдут для вас очень насыщенно. Подчеркнете большое количество знаний, навыков. Самое главное, познакомиться друг с другом, обвестись новыми связями. Это очень важный вопрос в процессе обучения. Организаторы придумали для добровольцев задания различной сложности. Программа обучения включает как теоретические, так и практические занятия, посвященные вопросам тактико-специальной, технической, топографической и медицинской подготовки поисковиков-спасателей. Особое внимание уделят основам организации таких операций, навыкам работы со специализированным техническим оборудованием, а также оказанию первой помощи несовершеннолетним пострадавшим. Опираемся на правое крыло на наших коллег и друзей из МЧС, из аварийно-спасательных отрядов. Но с одним крылом летать неудобно, все знаете, да? Поэтому второе крыло – это, конечно, вы, наши дорогие, уважаемые волонтеры. Учения будут проходить на протяжении 3 дней с 19 по 21 июля на турбазе в районе реки Тулома.